Итак, друзья, наступил новый календарный год, 2023, конец первого квартала. Сегодня 28 марта, нам была в бумаге написано, что в первом квартале нам все здесь ремонтируют. Давайте посмотрим. Пожалуйста, фонарем подсветите, пожалуйста, сюда вот. Где у нас стекло? Вот здесь стекло у нас, да? Да, вот здесь вот. Значит, здесь у нас что-то сделали, да? То есть стекло от бабушки оттуда, да? Да, 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 у нее между переключием. Все, прекратилось течь. Было. Сейчас пойдем, там у нас труба, кусок трубы был, который у нас тоже был. Стекло. Вот сейчас в том помещении, сейчас там пройдем, давай. Ну вот эту трубу, я так понял, ее не менял никто. Она продолжает капать. Вот сейчас я попробую поближе подойти, показать вам. Вот она мокрая вся. Сталактиты появились, сталагмиты, которые сейчас снизу будут расти. Ну, пока вот я показываю то, что труба это все же. Давай сюда дальше пройдем. Здесь у нас еще, видите, текло еще где-то здесь у нас. Вот здесь светим. Вот они здесь, вроде как здесь затянулось, наверное, да? Само по себе затянулось. Ну, в общем. А, вот еще вот. Вот мокрое, видишь, тоже. Да. Ну, вот. Вот такая картинка. Теперь... Заявление писали с Андреем. И вот получается, что вот они ничего не... Вот второй пролет, как говорится, да? От входа. Вот тут. От входа. Вот эту трубу надо, конечно, менять ее. Ну вот они не меняли, ничего не делали. А с нее капает, продолжает. Это под стояком трехкомнатных квартир первого подъезда. Вот это вот слышали, да? То есть сегодня, говорит, приезжали из домоуправления, Север, компания Север обслуживающий. Покрутились, даже в подвал не зашли. Ну, это очень нам неприятно, конечно. А месяц заканчивается. Обещание свое пока не выполнили до конца. А здесь, давайте здесь посмотрим, что у нас здесь. Сухо вроде, да? Ну, здесь сухо. Теперь мы пришли к той трубе, где у нас затянуто все пленкой скручено. Видите, с пленкой скручено все. Ничего не изменилось. Пленка держит, слава богу, пока. А товарищ компания Северная скажет, что у нас все нормально, все хорошо. Так, где-то еще у нас был такой прям целый кусок был вставлено. Где-то там. Здесь или там? Тут дальше было? Нет, там. Нет, здесь я не помню. Вот здесь вот было у нас. Вот здесь, да. А где-то еще было. И вот трещина. Вот ну, вот у нас трещина вот здесь. Смотрите, в чугуне, вот да. Под фонарем, вот. В чугуне трещина у нас. Она вот она вот здесь. Ага. Чугун, то есть треснул. Его просто вы пленкой тогда еще обкатали. Саша обкатал сам ее пленкой. Чтоб запах не шел. Да, чтоб запах не шел, чтоб вода при сливе, бурном сливе с нескольких этажей с ванны, переполнение, чтобы не текла вода сюда. Ну так пока и держится. Как у нас временное, ничего не бывает постоянно, как временное. А вот та самая дверь, которая была вход в подвал. Она была официально, согласно проекту, она есть. Но жители, которые вот угловая квартира, вот здесь вот, это еще давным-давно было сделано, заложили эту дверь. А так было бы хорошо здесь этот быстрое посещение бомбоубежища. Раз, и уже здесь все находится. Но, к сожалению, никто это не хочет заниматься. Отправляющие мы в дом управления, они сказали, кто заложил эту дверь, тот пусть и разбирает. Ну, а тех, кто заложил, их давно нет, уже квартиру продали и уехали. Вот такая история у нас. Это как раз вот в том месте, как мы заходим только сюда, помещение, вот туда заходим, вот через ту дверь. И прямо первая комната.